Было заявлено, что мы сейчас проверим с вами не только чувство ритма, не только, но и сделаем с вами связь между нашими полушариями. Для этого разминка. Итак, в правой руке мы делаем телефон и будем дозваниваться. Алло. А левая рука у нас показывает, что все окей, все отлично. Дозванивается у нас большой палец в ухо, да? А вот, молодец, отлично, Дань. А теперь на счет раз мы меняем с вами руки и дозваниваемся левой рукой, а правой показываем, что все отлично. Итак, дозваниваемся, и все отлично. Так, так, так. Раз, поменяли. Процесс мыслительный. Какие-то есть и танцы, между прочим. Процесс мыслительный в ваших глазах, это настолько прекрасно. Поменяли еще раз. Замечательно. Следующее упражнение, разминочное, оно связано со школы. Называется ученик. У нас ученик вот таким вот образом показывается, палец вверх. А теперь на раз поменяли. О, это полегче. Это полегче, действительно. А палец, потому что палец. Мы все первоклашками были. Да. Ты да, же в первом классе да. уже. Тыч. Ну тыдыч. Вот. Справились? Да. Сложение в первом классе изучают? Конечно. Бывает. Итак, мы сейчас будем складывать 2 плюс 1. Где у нас 2 пальца и 1. 2 пальца у нас смотрят вверх, а вот 1 кладется на эти 2 пальца. И меняем. Раз. Теперь... Давай. У тебя получится. Так, 1. Молодец. Ага, сверху теперь... Меняем. 2. Ага, все класс. Правильно. Поменяли. О, мозг думай. Закипать, да, молодец. Прочим, еще раз. 1 палец. Супер! Размялись? Да. Размялись. А вот теперь мы будем сейчас соединять наши То есть это еще все и легко было, представляешь? Это Данил? Все было еще и легко. Так вот, перед вами рисунок такой, график. Угу. Это музыкальный график, если, проще говоря, ноты. Вы видите, как красные кружки, так розовые. И синие. Да, розовые. Спасибо большое розовые. За уточнение. Так вот, розовые кружки, это у нас целые ноты, да? А вот синие – это у нас ноты, которые нужно 2 раза отбить. Смотри, очень просто. Ксюш, и тебе, Данил, показываю. Итак, левая рука. Раз, два. Там-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все просто. Теперь правая рука. Пам-п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 ам. Ну, Ксюша, ты, конечно, ты задал на вопрос. Ксюша? Давай хотя бы одну уберем, а то путаница какая-то начнется. Дань, давай с тобой попробуем. Какой рукой будем отбивать этот ряд? Правой или левой? Правой. Давай, вот это давай. Правой. Правой. Угу. Оттуда начинаем. Давай, да. Оттуда, там ближе. Итак. Голубые — это 2 раза. Давай, вместе с тобой. Готов? Вместе. И... Раз, там, два. Там, да. Пам, 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 пам. Пам-пам-пам. Нам в этом поможет музыка. А, дорогие наши, пожалуйста, включите. Итак, смотри, левая рука. И. Вуаля! Еще раз включите нам, пожалуйста. И теперь будет правая рука. Еще раз сначала нам включить, пожалуйста. Готов? Посмотри внимательно на правую руку. И. Так, удар. Там. Там. Пам, пам, пам. Ну а теперь самое сложное. Самое сложное. Ну, конечно, ты что, хочешь, чтобы двумя руками это совместить? Дань. Я понимаю, что сложновато, да? Слегка. Даже мне сложновато. Мозг кипит, но тем не менее, когда мы тренируем свои мозги вот в таком режиме, это дает хороший результат. Включите нам, пожалуйста, с самого начала этот трек. И смотрите на магию. Готовы? Поехали. И... А? Ксюша, давай. Страшно тебе. Ксюша. Мне страшно. Я даже Давай. Теперь ты попробуй. Даня, да я уверена, что у меня не то, что не получится, я даже задание через Ксюша, раз понимаю. Давай. Попробуй, Ксюша. Мне нужно. Дань, ты попробуешь. Встать? Ну, давай попробуем.
Ты лучше последний. Итак, нам, пожалуйста, сначала. Три, четыре, поехали. И... Все, ты молодец. Ты молодец. Давай хотя бы под музыку левой и правой рукой. Дай, попробуешь? Главное ритм слышать. Это уже хорошо. Попробуешь? Ну, все, хорошо. Запереживал. Итак, еще раз, да, разминка. Угу. Вспомним, да, это у нас позвонили, все окей. Позвонили, все окей. Дальше у нас что? Ученик, это еще раз разминка. Третья разминка, 2 плюс 1, 2 плюс 1. И дальше вот такой ритмический рисунок. Вы можете взять любой трек, разбить его на левую и на правую руку. И таким образом и себя потренировать, и своего ребенка. Дань, ты большой молодец. Давай ты попробовал. 5 отобьем. 5, умеешь отбивать. Ты не сдался, ты по крайней мере попытался, да. 5, ну, давай. Есть. Класс. И мне тоже, пожалуйста. Класс. Я напомню, что папа, конечно, может подсказать, но сделать можете только вы.